Друзья, ну как же так? Неужели вы не в курсе, что проходит великолепная акция «Подгони барабанщику шайбу и пройди на концерт бесплатно»? Друзья, ну так много лузеров в одном месте я еще, конечно, не видел. Но у вас есть шанс все исправить. Вспомните, все в ваших руках. И если хочешь чего-то добиться, конечно же, нужно сделать это самостоятельно. Следующая песня называется «Сам». Что я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю. Бой до победы далеку. Я знаю, что я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю. Бой до победы далеку. Оставшись на лицах мой, пустая в зеркале перед тобой. Но в этой книге главный герой. Этот мир полный способностей и возможностей. Шансы препятствия нам найти. Свыше даны, только крепче держи. Себе в глаза, как дверь не ложи. Я знаю то, что я вижу сам. Верю в глазам, а не чужим голосам. Верю в небеса, верю в чудесам. Тебе надо чудо, сделай его сам. И дам себя запрет, что на белом полосам. Плюсам, минусам, я не помогу по лесам. Не верю в этом мире, если не верю в себя сам. Я не знаю, не знаю, что буду там. Я знаю, что я могу дать ничего, я хочу. Не сдамся, не отступлю. Бой на победе я люблю. Я знаю, что я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю. Бой на победе я люблю. Они будут рады твоему провалу. Твоя победа либо она мала. Она доказательность, потому что проблемам не самих. Удобный своих предов ты не других. Поражение не требует усилий и затрат. Главное повторять мантру, я не виноват. Как устроен мир, на что мы ползать не встречим. Я не вход, так и слово тумели тебя печи. Верю страх, верю неудачи. Вот тот песок, сидучий, куда они голову прячут. Основной полный сетей попадать в свою силу. В том, что лишь силу чистую, еще обошею в усилия. Лицо призвано, чем дышать и открыть. И рядом пути топа, так и чувства боков. Как ты, чтобы не узнать на то, во всем этом свои черты. Всегда скажи, пока я сделаю до конца, и ты. Глазам, а не чужим голосам. Верю небесам и его чудесам. Тебе надо чудо, сделай его сам. Выдав себя за путь, от черного белым голосам. Плюсам, минусам, противоположным полюсам. Не верю в этот мир, если не верю в себя сам. Я вижу цель, знаю, что я буду там. Я знаю, что я могу. Не сдамся, не отступлю. Бой до победы далеку. Я знаю, что я могу. Чего я хочу, не сдамся, не отступлю. Бой до победы далеку. Я знаю, что я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю. Бой до победы далеку. Я знаю, что я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю. Бой до победы далеку. Песня эта называется «Антенны». Также я, конечно, хотел бы продолжить путешествие во времени и оказаться в тех незапамятных временах, когда моя гитара была настроена, но, кажется, это все-таки не получится, поэтому... Поэтому пришлось все сделать вручную. Итак, друзья, «Антенны», поехали!
Шум мешал соседям, легко проходя сквозь стены. Орали колонки на грани, колонки панила пленка. Мне так хотелось научиться таким же колким шум. Такой мы у вас происходим. Любовь заходит сквозь кирпичные стены. И часа ночи соседи нас сходят, чтобы ловить нам сигнал, не нужны нам тенды. Шум, такой мы у вас происходим. Любовь заходит сквозь кирпичные стены. И часа ночи соседи нам сходят, чтобы ловить нам сигнал, не нужны нам тенды. Машины с вертолетом. И где мать вашу, мой 21 лет? Вот он, компьютер в каждый дом, мобильный в каждый карман. Пусть флешки, MP3-шки и спам. Не на чем послушать кассету, дискету некуда вставить. А мой космос, кажется, осваивать никто не станет. Корабль глупо, голубый, беспонтовый вакуум. С машным кимара не кусок, лаком на антенны. Инопланетян не ловят наши сигналы, не до нас. У них своих заботов. Шумимся в сигуре, не слышно вовсе домой. Зато этот звук легко проходит сквозь стены. Иной отделе эфиры и радиочастоты. И нам плевать, что соседям завтра на работу. Шум, который мы у вас происходим. Любовь проходит сквозь кирпичные стены. Три часа ночи соседям нас сходят. Чтобы ловить нам сигнал, не нужны антенны. Шум, который мы у вас происходим. Любовь проходит сквозь кирпичные стены. Три часа ночи соседям нас сходят. Чтобы ловить нам сигнал, сейчас прозвучит песня с украинским вступлением в некотором роде. Оно на русском языке, но оно украинское, извините. Немножко текст дебильного написан. Короче, друзья, сейчас исполнена композиция под названием «Наше движение». Я надеюсь, что вы готовы к этому феерическому празднику. Самое.
пиар и вся кашуха вокруг. Куда ни глянь, мой труп, всюду рука руку моет, и это замкнутый круг. Твое слово свободно, только пока тебе за не понял. Хватит пока, мы на трубы и не в печати. Включай радио, готов душлак, чтоб одежду не намочила лапша, побившая на ушах. Ты на мне, я тебе, ты мне. Только так решаются все вопросы в стране, взятки, откаты. Отмывание бабок, чати, рогаты, жмут друг другу на плечи, копытами лапы, скрывая хищные руки за улыбками, дружелюбными, только и думают, как друг друга кинуть по-крупному. Политика крайне увлекательное занятие, берем гору бабла и старательно тратим его на проплаченные митинги, фиктивные партии, вот она российская чмократия, мать ее. Наше движение, самое лучшее, самое опасное, самое честное. Наше движение не будет отдушено. Спасибо место. Наше движение, самое лучшее, самое опасное, самое честное. Наше движение не будет отдушено. Спасибо место. Не устроить ли нам рок-фестиваль огромный, чтобы было круто, весело и громко? Тут километров на 20 разносили колонки, крики Васильева, Санька и было коронки. Поставим звука мегаватт, дабы без ума был рад, чрезвычайно важный молодежный электорат. И айда, хуй по городам, сегодня тут, завтра там, Москва, Питер, Новосиб, Волгоград. Не жалко ни сил, ни времени, ни денег, лишь в правильных местах галочки стояли в бюллетенях. Политика крайне увлекательное занятие, вот она, российская демократия, мать ее. Наше движение, самое лучшее, самое классное, самое честное. Наше движение не будет задушено. Спасибо место. Наше движение, самое лучшее, самое классное, самое честное. Наше движение не будет задушено. Играйте 5-ю и 18-ю песню. Купите мне пиво в баре, я не могу туда пройти. Все это мы уже слышали. Слава Перуну! Вот наш ответ. Следующая песня называется «Шлак ваша классика». Ровно 2 минуты. Ровно 2 минуты, это будет модно. Время пошло, стартуем с исходной. Наша задача быстро и бодро набрать 7 миллиардов просмотров. Это будет нереально круто, но только покуда идут 2 минуты. Минута 49, минута 48, времени мало, дела придется сложить. И комплекс из кубику, руки на глаза, отрукивай, путь в строку. Минута 41, минута 40, шевелись, финиш уже скоро. 1 миллионная миллиметра от актуального тренда до ретро. Минута 33, минута 30 лет, дави на голову, давай, дави же мне. Пузыря, отражение вскрючит, влепует искря, стрепочет с крючками щучки камер. Мир с изумленными глазами замер. Застыл пораженный размером неправдоподобно огромной сферы. Возле Люцифера, Божье знамение, начало инопланетного вторжения. Вследствие глобального потепления. Это всюду звучат противоречивые мнения. Но нужды говорить много слов нет. 35 секунд в лобе. Come on!
Помните, такой был Трущоб? На синтезаторе стало так сложно включить просто пианино. Сложно, после этого на па уйдем, больше ни рубля не попросим никогда, это наш последний концерт. Да, многие правила изменятся в лице и скажут, как же так, я хотел сказать на концерт другой. Саша, что за отстой? Мой соль, я пока что еще играть не просил. Ты только что нарушил пасную планушную партию, мой МС. Нету сил больше это терпеть, Саша. Ладно, давай, сделай это, покажи, кто есть в Раше. Самый крутой бейс-гитар-плеер. Сделай это, чтобы никакая другая идея их уже на эту тему не посещала. Друзья, у меня странные каналы, какой-то фон бухи, постоянные помехи. Давайте не будем, пожалуйста, вот к этому успеху присовокуплять еще какие-то ошибки. Наконец нужна партия, знаете, элегантная ошибка, такая, чтобы захватывала дух, когда ее играешь. Итак, народ, ты себе не представляешь, мы сейчас третий раз поем этот припев, только в медленном темпе. Вы готовы? Сейчас будет тот же самый сэмпл, который вы слышали еще недавно совсем. Итак, помните, нот, конечно же, всего 7. Плюс 12 полутонов, но я готов научить вас из этого понаделать полусотни хитов. Это достаточно просто, вдохновение это главное. Посмотрите, прямо сейчас наконец восставлю я эти прекрасные клавиши, черные и белые. Сейчас наконец-то петь снова надо обалдело бы. Мы готовы к этому звуковому беспределу, блин. Я хочу, чтобы душа и тело ел, наконец-то объединившись в едином мощном порыве, выдали мне то, что итогом речитатива будет являться. То есть пение божественное. Вы готовы? Нет, ответьте мне. Итак, друзья, давайте все вместе споем. Эта песня, надеюсь, никому тут не станет попом. Сейчас еще раз мы навалим этот медляк. Смотрите, как я это делаю, как. Заводы в музыку. Моцарт уже не тот. Вечную музыку. Я чувствую, 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 как растет внутри, наливается все большим и большим шрифтом этот вопрос. Где можно обменять билет обратно на папке? Ну, меня он тоже посещает, но, честно вам скажу, выхода нет. Вы уже слишком долго протусовали здесь. Теперь вам придется либо уйти отсюда, несолоно хлебавши, либо дотерпеть до конца и узнать, было ли все-таки круто, или весь концерт так и оказался вот этим гребаным отстоем, как в первые 15 минут. Друзья, это нелегкий выбор, я понимаю. Ставки по-прежнему принимаются. Можете попробовать спросить у бармена, как на этом заработать. Ну, а мы тем временем, я надеюсь, исполним вам очередную гитарную балладу, да? Сьюпа! Итак, девочка скинхед. Да, слава Перуну. Слава Перуну.
чуть-чуть, наверное, семейные души. Девочка, зачем тебе такие большие ботинки? А не жарко ли мне в это время года? Здорово, Миш, ну чё, какой вчера был счёт? Я горячо вчера на драке был на футболе. Кто победил-то? Да, походу, охуенно была игра. Ладно, удачи вам, вы так подключите друг другу. Сразу и не разберёте, где подруга. Девочка с кинтой, гритая под нос. Скажешь мне ты, победу слышишь твой. Девочка с кинтой, шмара и бурсей. Голову побрила, но забыла скрыть усы. Мы исполним вам песню «Полную гнев». Песню ненависти и раздражения. Песня жителей больших городов. Да-да, сейчас вы прячетесь там, в клубном полумраке, подтягиваете кальян, пьете напитки из бара. Но помните, завтра вам придется проснуться, отправиться на работу, где босс, опять надев огромный 50-сантиметровый стропон, нагнет по сраками, будет иметь до потери курса, да. Никуда от этого не деться. Четверг придет и накажет вас, мать вашу. Следующая песня называется «Мизантроп рэп». Из окна заебавшего до смерти офиса своего я компьютер выкинул. Ну и что, друзья, поехали. Прощай, человечество, rest in peace. Я щелкаю мышью, но комп завися. Я лезу к системному блоку в ней, чтоб нажать на сброс и наезд, надо пить, напить. Цивилизация, вредный лишай на теле планеты. Поскорее дождаться бы, когда закончится место на всех компьютерах мира. Когда моторы зажгутся, не отулели, так останутся только дыры. Только такая у мужской.
Человек человеку тут враг. Дурак дураку говорит, ты дурак. Вот так начинается любая инстра. Рождаемость падает, но это пустяк. Все равно мы плодимся как рак. Как макулатура с напечатанными на блоках. Фамилиями модных бумаг омара. Информация это сорняк. И новым идеям уже не прорасти. Все это уже кто-то сказал для меня. Если это был ты, то ты тоже не первый, прости. Цивилизация вредно лишай на теле планеты. Поскорее дождаться бы. Когда закончится место на всех компьютерах мира, когда моторы сожгут шины, и от нулей олигархов останутся только пыры, только тогда я уйму в свой мир. Когда закончится место на всех носителях мира, когда моторы сожгут шины, и от нулей олигархов останутся только пыры, только тогда я. Скачут пластинки, трупы украшают сцену, льется кровь, кровища, начинается адская мясорубка, кто-то жалуется на слэм, кто-то делает слэм. Все это противоречиво, очень жизненно и по-настоящему, друзья. Но если не надеяться на лучшее, то кажется, все-таки продолжать незачем. Следующая песня называется «Yes Future». Я надеюсь, что эта «Yes Future» отпишется на каждого из вас, ребята и девчонки, вне зависимости от того, как вы настроены. Но лучше, конечно, быть настроенным позитивно. Итак, поехали. Отменяются все катаклизмы. Все больные и успешные излечатся. Вымрут вредные микроорганизмы. Пришельцы нагрянут не с целью экспансии, а чтоб забрать ядерные отходы. Для безработных найдутся вакансии. В Питере будет классная погода. Кто-то хороший у власти окажется. И все наладит нежданными гадом. А гадом накажет, никто не отмажется. Все ожидания будут оправданы. Никаких вооруженных конфликтов. В МВД одни дяди Степа. На каждого квадратных метров с избытком. Все всерьез, никакого Степа. Что, не верится тебе в мой прогноз? Типа звучит нереалистично, с лицом для тебя. Миллионы поворотных рублей. Законы от пространства японских хайвеев. Россия впереди планеты всей. No future, это не наша идея. Нам скоро 100 футболов повезет. Те же ветер на фоне всех черных туч. Yes, future, yes, yes, future. Yes, future, yes, yes, future. Yes, future, yes, yes, future. Слушай мой прогноз, человечество. Я в будущее смотрю с оптимизмом. РПЦ совладает с нечистью. Православный как сосуд сатанистью. Дьявол признает ошибки прошлого. Папа простит и вернет на небо. Вместо пустого, прошлого, ложного. Правда реальная, как букашка хлеба. Волшебник в голубом вертолете. Давно взлетел и вот-вот прибудет. Ему тут ко мне всего пару сотен. Скорее сюда все, кто мечтал о чуде. Ты говоришь, это все невозможно. Мне от вас, пессимистов, тошно. Все бедные инсультяне кучего вашего. Пачка ребром за манеру 5 рублей. 100 баксов по плану на 15 копеек. Россия впереди планеты всей. Не хотите, да? Хорошо, тогда будущее только будущее. Нет, все-таки давайте о прошлом. Сейчас прозвучит композиция ФСБ. Are you ready?
кто-то завесит, попадет на шайбу. Какой-то будет урок, это открывающий рот, пока манера идет, а вот народ. Ты пишет нашим баранам, а чего я тут? Не для того, чтобы доказать, а мы дошли я тут. Не для того, чтобы кто-то взял и накорвал шутом, но дошли рукой и звоните по ваду на стол. И точно уж не для того, чтобы вчера вот толпа отдать, да ну так только вся писала толпа. Ради гонорара, не для ради, я здесь вот это. Ты не закрывай рта, орёт свои тупые матерные текста. И где же он тот самый интеллектуал, который первым выйдет и спросит? Тебе и так сюда таких пускают солнце? Где ваши средние пальцы, умники и умницы? У меня нет ни мыслей, ни желаний, ни мёда, ни силы. Есть только инстинкт, антисоциально жестить. И цель этого письма лишь одна, в конечном результате просто-напросто взять и сбоки по апатии. Я здесь, чтобы сбоки по апатии. Оказалось, превеликое таинство, но детей не находят капусту и приносят не аисты. Просто люди не пусто, а потом у них кто-то рождается. Кто-то, кому они правду рассказать, почему ты стесняешься так же с музыкой. Не верьте средства, чем композиторам. Все они будут помогать творчество, эти сраные фидеры. Какой там гастролит, я просто перевозу хуячить по струнам, тоже мне отравили. Вот и кричат прямо бума, это писем у гости, и приготовим салатик. То есть, мягко говоря, не самое сложное из занятий. Вы не забыли, для чего я тут спать? Thank you.
нажимаешь стоп на плей, радости позвонивший и его друзей. Потом карабкаешь, как альпинист на Эверест. Я вешал в препарат на одной из первых мест. Буду там висеть, покуда всем не надоест. А после выпущу альбом с названием «So Best». Где будет этот трек из 25 ремиксов. Вот уже вижу, как толкаться убила в чиксе. Отличный уровень продаж, буквенный стираж. Вокруг моей персоны бешеный ажиотаж. Да, я мечтаю об этом, а вы как будто не так. У них признанный гений, уличный поэт. Ну да, куда мне до вас? Я меркантильный жмот. У меня было, что не коммерческий хип-хоп. Назови меня попсой, а ты ничем хочешь. Слушай, будет все равно, я не знаю точно. Убираться тут и здесь, ты друзьям не скажешь. Не обижусь даже. Лет на 50. Но лучше уж поздно, чем никогда. Вьетнам. Это наше новое скандальное видео. Как жаль, что мы его только сейчас увидели. Как жаль, что его так просто доделали. Но несправедливость на вид оголтела. Это, конечно же... Еще раз показываю, смотри. Вот. Только что была песня, построенная во многом на этом звуке, и сейчас будет еще одна в таком же духе. А от предыдущей она отличается тем, что она немножко побыстрее и на другую тему. А звучит это примерно так. Я завязываю с наркотиками. ЖБМ. Так обычно эта песня значится в нашем трек-листе. Она называется «Жизнь без наркотиков».
книжки добрые любить. И воспитанные не быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Учат так и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Наслаждайся моментом. Сейчас наконец-то не будет тяжелый как. Нет, тяжелый будет наверняка. Он будет не веселый, а грустный. Сейчас будет реальное искусство. Может быть, это победит от чувства. А если нет, то пусть не. И так, следующая песня, ругали за стены. Готовы ли вы? Спасибо, Николай, я спрошу, вы готовы? К нашим репликам супер-дедовым. Сейчас тут будут баллады. Это то, что девчонкам надо. Тут появились люди до упада. Но это надоело всем, мы теперь ребята. Хотят обнять наконец своих дам. И я, конечно же, возможность дам им сделать это прямо сейчас. И так, не пляс, звучит прямо для вас. Пуститься в пляс, оголтело, чтобы свое натренированное тело наконец-то показать во всей красе. Можно будет попозже, сейчас по все. Прекрасный по все дорогу. Друзья, давайте будем идти в ногу. Успокоимся, слегка сменим бок на слезы. Сейчас будет лирика от Мойза. Слезоточивая конкретно. Мы не зря проделали эти километры и оказались сегодня в этом зале. Итак, ну-ка, воздух, руки подняли. Я знаю, вы готовы к этому, ребята. Напоминаю, звездливая баллада сейчас прямо вовремя прозвучит. Руками со стены этот супер хит. Своими первыми аккордами скоро наконец тебе как удар в морду придут. Итак, мы готовы сейчас, чтоб не так исполнил наш супер коллектив. Грустный припев плюс речитатив. Это то, что мы умеем в совершенстве. Итак, друзья, исходит блаженство на всех тех, кто уже устал рубиться. Никаких репетиций. Нам известен лишь один принцип. Если в зале еще что-то творится, то мы продолжаем до последнего клиента. Наслаждайтесь моментом. Медляк от нашего супер Джиксиленда. Я засыпать привык давно, подругами за стены. Снова пустить за что я смело набираю высоту. Это так смешно. Раз я летаю, значит я расту. Город из
за что мою комнату пусть в темноту, и я покину дом свой с потолком. Через плотину соседнего монтан на крышу нашей девятиэтажки. Это совсем не трудно и не страшно. Все давно внизу, как будто из кубиков сложено. А я, наверное, оттуда кажусь размером с горошину. Машина ездит крошечную, как игрушечную. В любую, кажется, можно пальцем, подушечками вцепиться и покатить ее, куда захочется. Прямо как песочница. Мой полет не кончится, пока я утром не вернусь на ночь старший став. Пока мама с папой не выяснят, кто из них прав. Они меня не замечают за стеклом оконным. Друг на друга лая, как пара собак бездомных, спорят на полученных тонах, снова что-то делят и думают, что я мирно сплю в своей постели. А я не здесь, я там, где облака и звезды. И не беда, что мне гулять нельзя так поздно. И только там мне все равно, ведь они оба мне нужны. Я засыпать привык давно, за друга не счастье. А в этой серьезной просто слов уже не мешают мне вечны. Я засыпать привык давно, подруга несчастья. И мне снова приснится, что я снова набираю высоту. Это так смешно. Раз я летаю, значит я расту. Город и за что мою комнату впустит темноту. И я покину дом свой спокойный. Рассвет надорвет нового дня темную упаковку. С того же края, что вчера привычным движением ловким. На полусном остановкам потопают фигурки. С кухни потянет крепкий кофе из маминой турки. Это значит, летать уже хватит. Скоро в садик дома меня ждет посадочная полоса кровати. Когда я приземлюсь, они уже будут не вместе. Я стану маленьким орудием большой мести, умеющим делать больно против собственной воли. Мечом футбольным летающим над полем. От игрока к игроку, от ворот к воротам. Мама, папа, я не хочу таких полетов. И кто из вас парни, все равно. Я засыпать привык давно, подруга не взять мне. А эти серьезные слов уже не мешают мне биться. Я засыпать привык давно, подруга не взять мне. Снова приснится, что я снова набираю высоту. Раз я летаю, значит я расту. Город и за что мою комнату пустит темноту. Я покину дом свой с потолок. Через квартиры соседями монтан на крыше нашей девятиэтажки. Инструментами, друзья, сейчас прозвучит песня «На Марсе классно».
что Вселенная бесконечна, действительно. Значит, есть куча копий нашей планеты. Где-то сейчас происходят те же события. Копии у меня пишут копию песни этой. Если Вселенная бесконечна и правда, то прямо следует из этого факта, что ты точно так же ждешь, когда я вернусь обратно. Тебя там будет далекий галактик. То есть не ты, конечно, а твоя копия меня, мою копию, конечно. Если, конечно, все это не утопия. И Вселенная действительно бесконечна. Если обдумать подробнее эту гипотезу, посерьезнее париться в ситуацию, то помимо миров, повторенных полностью, есть и такие, что могут чем-то отличаться. Получается, что где-то на закорках созвездий есть такие версии нашего мира, где мы с тобой либо уже не вместе, либо изначально прошли друг друга мимо, и мы-то, может быть, даже счастливы. То есть, опять же, не мы, а они, к счастью. Эти варианты могут быть самыми разными, но о них не хочу даже думать счастья. Вот одинокий ребенок, брошенный в стену, магазины покушать, бродя среди полок, убивающий время, понимая, что взрослый не нужен. Он собрал эти пищи, там сколько на праздник, он распечатал все это, но он все еще не ищет гитары для фазов, он все еще ходит по кругу. А есть, наверное, и поудачные расклады, без лишней жести, которая нам досталась. Там все случилось не вопреки всему, а как надо, так как тут никогда не случалось. Мы попадем туда после смерти, может быть, если будем добрыми и хорошими. Если играть то, что нам и с тобой прожит, они нас тучат, мы лишь в магазине брошенными. Но я надеюсь, это позже случится гораздо. Я туда совершенно не тороплюсь. Как бы круто там ни было, мне одно ясно, еще сильнее я в тебя все равно не влюблю. Брошенный в тени, в том магазине не трошек. Проклятый дефолок, убивающий время, понимая, что взрослый не нужен. Он собрал уже пищи, там что-то разбрасывает. Он распечатал все фото, но он все еще ищет. Гитарит опаздал, он все еще ходит по кругу. Одинокий ребенок, брошенный в тени, пустом магазине игрушек. Бродячий диколог, убивающий время, понимая, что взрослый не нужен. Он собрал уже тысячи, там столько разных. Он распечатал все фото, но он все еще ищет детали на пазла. Он все еще ходит по кругу. Выдыхай! Шансы
есть, если есть, то один из ста. Тебе отравится никотином моим, тебе каждый моими шмонами. Выдыхай скорее мой последний дым и закрывай окно до холодка. Выдыхай скорее мою душу, и будет тесно. Твои грехи там полместно. Выдыхай скорее мою душу, но будет тесно. Твои грехи там полместно. Но если честно, во всем виноват я сам. Наши лестницы в небо оказались расшатаны инструменты. Вот мы лишь на то, чтобы достать центр соли банку. Но я готов пулым по ней карабкаться к облакам. На зло запретом и закрытым изнутри замкам. Порой казалось, цепь песка скоро доползу. Я с собой тебя звал, но ты оставалась внизу. Поднимала глаза, просила вернуться назад. А я не слезал, все другие типы про небеса. Думал, что сам могу решать за двоих людей. Думал, что нам станет лучше от моих людей. Цепляя за надежду, как за одежду. И песни на душу дальше от тебя еще на ступень. Но лестница в небо оказалось расшатанной стремянкой. Годно лишь на то, чтобы достать от трешоли паху. Возьми подмышку, отнесу в ладок и пусть пылится. Прости за все, ради Бога, перестань! Мою душу наружу не тесно. Твои крепки как полместно. Мою душу наружу не тесно. Твои крепки как полместно. За то, что дальше дальше мне дышать своей уплагой. Кроме этого блага мне больше ничего не надо. Это правда, я забуду жадно набранную жабру. Подарю тебе всего себя, только не нужно, ладно. Выбрасывать меня волной на берег рискивы и оставлять там подыхать, как ту другую. Чистый воздух, как редкий дым, совершенно непригоден для дыхания. Рыбы не живут без воды и не ищут почвы по плавниками. Рыбы не умеют ходить или так не умеют. Очень просто убить. Лишив того, без чего она не может. Я смотрел на твои фото сквозь призмы аквариумных стекол. Мои глаза мне брали, не ловили фокус. Я бился головой об толстый лед этих прозрачных стен. Лучше смерть среди осколков мы получим прям. Я знал, что должен быть с тобой еще когда был икринкой. Поэтому я не лежу с открытым ртом на рынке. Поэтому я не в цистерне и не в банке консервной. Я здесь, и я прошу тебя, не надо неба. Я так давно тебя искал по грязным грязным руслам. Зубами сетерла, напрягая каждую мышку. Пожалуйста, теперь не выплюни меня на берег. Во время очередной бури твоих истерик. Чистый воздух, как редкий дым, совершенно непригоден для дыхания. Рыбы не живут без воды и не ищут почвы под плавниками. Рыбы не умеют ходить и летать не умеют тоже.
запинай. Та-дам, 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 та-дам. Чужая слабость не делает тебя сильнее, чужая глупость не делает умнее тебя. Если рядом много плохих людей, не стань одним из них, сохрани сильнее себя. Твой эгоизм — это твой враг, его устами говорит тебе вокруг. Помни, если вокруг мрак, это не значит, что ты уже на нём. Ведь чтобы стать добром, мало быть просто меньшим из зол. Если чей-то потолок — это твой пол. Нос не затирай, всем вокруг не затирай, чтобы выпить это край, за которым только рай. Куча змей к самому себе в том числе. Смысл пути не в том, чтобы оставить след. Не забывай про микрофон, а совсем наоборот, когда тебя дойдешь. Чужая слабость не делает тебя сильнее, чужая глупость не делает умнее тебя. Если рядом надо платить людей, не стань одним из них, сохрани сильнее себя. Чужая слабость не делает тебя сильнее, чужая глупость не делает умнее тебя. Если рядом много плохих людей, не стань одним из них, сохрани сильнее себя. Ты колесо себе сделал сам, и костюм белки первый на сам для себя шил, что в сутки 24 часа на сам за призом призрачным, что есть силы. Кажется порой, да не гордо стать рукой, дело максимум пара минут. Ты такой ничемный ворк, где ты сам себе герой, сам себе прям герой. Солнце, луны, планеты, метеориты и кометы все вращаются на пути там, но ты не ближе, ни дальше, ни на миллиметр от своей целой, ведь она твоя иллюзия. Люди в тебе не вызывают уважения, ведь они по сравнению с тобой растения. Они на месте стоят, а ты бежишь вперед. О-о-о, когда же до тебя дойдет, что... Чужая слабость не делает тебя сильнее, чужая глупость не делает умнее тебя. Если рядом много плохих людей, не стань одним из них, сохрани сильнее себя. Никто жадиной уже не дружит давно. Если жадничать, ужас как тяжело. Скучно одному, неинтересно совсем, зато можно ничем. Валялся в воду, мутнул, пил из корыта. В общем, никакой культуры быта для общепита. Я в перспективе представлял несомненную ценность, но я выбрал второе между свинодержной сценой. Ты мегапайс, твои казни ждать — это не тру. Я сбежал рылом под забором прорыть рыму. Улицы были жестоки ко мне, их нравы были суровы. Нехватка питания, отсутствие крова. Мне улыбнулась удача, респект во рту не огромный, но я помню, каково это — быть поросенком, бездомным, в поиске пищи, помойка. Сон, коробка, картонный, быть поросенком.
током пистоном, это реально стрёмно. Все эти ужасы перед глазами до сих пор висят. Подайте на домик для бездомных поросят. Бабки в шапку, бабки в шапку, гони монету, сделаем счастливее всех бездомных поросят планеты. Бабки в шапку, бабки в шапку, неси свой вклад, тело спасения бездомных поросят. Йоу, бабки в шапку, бабки в шапку, гони монету, сделаем счастливее всех бездомных поросят планеты. Бабки в шапку, неси свой вклад, тело спасения. Мои братья на улицах режут друг друга за желуди, гибнут от свиного гриппа в нищете и холоде. Счастье не в золоте, не будьте жадными каждой монеткой звонкой. Вы помогаете спасти жизнь поросенка. Телега, что я на себя все трачу, наглая ложь. Не отвлекайтесь на сплетни, взгляните на чертеж. Вышито в тысяч квадратов суммарный метраж. Вот первый этаж, тут большой бассейн и просторный гараж. Спортивный зал с теннисным кортом буду на втором. На третьем оранжерея, ну что как вам наш дом? Во дворе скромный скульптурный ансамбль, я сражаю бог культурующего в сторону дома приемом самбо. Уже все на мази, на низком старте гастарбайтеры. Только пару-тройку купил на стройку, дайте мне поросята в раю. Гарантирую железобетонно, бордон, у меня телефон. Бабки в шапку, гони монету, сделаем счастливее всех бездомных поросят планеты. Бабки в шапку, неси свой вклад, тело спасения бездомных поросят и ел. Бабки в шапку, гони монету, сделаем счастливее всех бездомных поросят планеты. Бабки в шапку, неси свой вклад, тело спасения. Бабки в шапку, гони монету, сделаем счастливее всех бездомных поросят планеты. Бабки в шапку, внеси свой вклад, тело спасения. Бабки в шапку, гони монету, сделаем счастливее всех бездомных поросят планеты. Бабки в шапку, внеси свой вклад, тело спасения. Бездомные поросята просят пощады, но я вижу, нет отдачи от первого ряда. И слишком мало монет сегодня в шапку нападало, о да. По этому поводу я буду выйти лады, как Николай Басков. Я буду вскрываться адски, но я уверен, у поросят нет шансов, потому что слишком жадными оказались киевляне. Да, очень сильно пристыдить вас собрался Ваня. Это было провально, друзья, я думал, вы щедрее. Оказывается, ваша главная идея — это личное обогащение, и вы к благотворительности не готовы. Шума, честное слово, я не думал, что такое вообще возможно. Друзья, я понял, с вами надо вести себя осторожно. Нужно с вами построже, нужно быть настороже. Если честно, вы запарили уже. Почему вы жадными оказались такими? Я, если честно, не знаю. Но мое светлое имя я порочить не дам. И сейчас тут будет чип-хоп, который заставит каждого мертвеца покинуть гроб. Который даже мертвого танцевать заставит. Скоро этот бас-гитару заложит Павел и схватит микрофон, чтобы в него зачитать. Да, друзья, вот тогда время пойдет вспять, и мы окажемся в самой середине 90-х, когда на улицах Нью-Йорка умереть было просто, а на улицах Лос-Анджелеса еще проще. Сейчас будет рэп, которого не бывает жестче. Это хит понаехавших провинциалов. Известна ли эта песня данному залу? Вы поняли, о чем идет сейчас речь, ребята? Да, исполнить данную песню очень надо. И сейчас, наконец-то, ее исполнением займутся те, для кого преступления. Когда не попадают бит-рэперы, когда не строят диджей. Нет, завязочки при шее, не улыбайся. Улыбайся, растянув улыбку. Сейчас они без права на ошибку схватят микрофоны и сочетают этот мощный трек. Ну что, здесь есть хоть один довольный человек? Если да, то пусть он наконец-то голос подаст. Типа на это чуть пробежало для вас. Прямо сейчас прозвучит, это супер хит. Итак, почему же ты до сих пор молчишь? Московский рэп, самый-самый московский. Площадь и бежит, коренной москвич. Некто Ульянов, в сожалению, Владимир Ильич. Не просто личным названным его именем. И станция университет, что на красной линии. Она так названа не случайно и не сгоряча. И обо что тут быть другого коренного москвича. Дело в том, что рядом расположен главный путь России. Красиво, над вопросом Михаил Васильевич. В Москве красиво, интересно, есть чем разъедиться. И даром вдруг и поэтов, как топляна столица. Владимир Маяковский, Есенин Сергей. Тоже москвичи, что надо. Один другого я имею. Другое дело приезжие. Нет такого лешего. Они врут сюда прям таким потоком бешеного. И я отсюда на сети Белли. Вы и ваши семьи. Нам надо дружили чай. Мои карты все на землю. Это гимн понаехавший провинциалов. Где ты за каблуком? Сколько трупов и криминала. Я посвящаю этот трек всем без исключения. Каменные
я дальше пройду снова. Где ты загадал, сколько пробок и криминала? Ты посвящаешь группу тренинг, все без исключения. Как и мир, посвящаем минус первым поколением. Это Гим, это я таким. Это Гим, понаехавший провинциалов. Это Гим, это Гим. Где ты загадал, сколько пробок и криминала? Это Гим, это Гим. Это Гим, понаехавший провинциалов. Это Гим, это Гим. Приехал, нужно было оставаться. Дома так был бы простор для самореализации. Сейчас работал бы в офисе 1012. Там после надо перспектива просто не ебаться. Я часто слышу, чем зареть сюда к сам табуном. Лучше бы сидели дома, поднимали свой регион. Да уж, капец, старайся, короче, совета не дашь. Ты же один вопрос, кто же поднимает ваш? Недели, кто сидит на шее у меня до 30. Жалуешь, что из-за приезжих работу не найти. Недели, кто живет на арендную плату. Сада старшегося на срок, по бабушке хату. Куда родиться там, где ты хотел бы трудиться? Где база есть, реализовать свои амбиции? Куда гордиться тем, что ты и родился в столице? Но только не тогда, когда больше нечем гордиться. Сегодня проблемы с желудком, потому что очень плохо он кушал последние сутки. Много проводил времени в спортзале, клетки не дополучали организмы после этого метана. Слишком много стало у него внутри кишечника, что слышит, да, поэтому вам в поперечнике. Не будем говорить, не будем заострять внимание. Я лишь хотел бы, чтобы наконец отпали бы, получили позитивные вибрации, мозг излечись. Нет, конечно, в качестве фишки было с этим пись, но я надеюсь, что ты будешь скретчить и другие звуки. Что у тебя есть там в ноутбуке? Что-нибудь, что более благозвучно, правда? Итак, наконец-то сейчас, да, экстаза, мы вас победем одной композицией небольшой. Да, конечно, это хит крайне непростой, если его исполнять без вахтанга, но на знаете ли, так заведено, что мы можем это сделать в любых абсолютно условиях. Это у нас не подъем, особо много кровики. Сейчас мы споем вам песню под названием «Ток». Поставьте мне биток на ток. Самый сок сейчас будет, все будут петь хором. Я уверен, какие классные хора. Они не подведут, сделают свой труд. Только на пятерку, сэр Кук. Если говорить по-немецки, очень хорошо по-русски. Итак, друзья, надеюсь, что сейчас мускул каждый ваш дрогнет. И наконец-то мы споем вместе эту песню «Коннекта». Между нами сегодня будет все больше. Давайте орать так, чтоб стало слышно больше. Венгрии и других государствах. Итак, держи мост, нам нужен супермощный транспорт, который нас везет прямо в точку назначения. Песня «Ток», следующая станция в нашем выступлении. Поехали, бро! Я даю тебе уже добро на исполнение этой суперпесни. Давай, раз, два, три, все вместе. Ток! Наш друг, но и без сети мы способны этот звук громко воспроизвести. Помни, друг, наш друг, но и без сети мы способны этот звук громко воспроизвести. Растут как рефрижераторы, лучше на мясо комбинатах. Подвешенные души, чем на
темноте застыли потушек. Лампочек мертвые души. Даже одинокий сегодня ждет тысяча ужин. Пока жизнь которые черные табло. Никто не начинает диалог со слова «Алло». На экранах лишь отражение людей на них смотрящих. Уразит из интернета, прощайся боящим. Ребенок сыну съебать в розетку безопасности. В буквальном смысле конец света всех нас спасти. Кто где? Мы в ответе застряли с лафтанга. Достала тысячу на дружище, заводи шарманку. Но и без сети мы не способны этот звук. Но и без сети мы способны этот звук громко воспроизвести. Лактан, где ты сотрясается от вас? Лактан, без стока кончится Москва в режиме Лактан. Но нам пока не вдомёк, как у нас Лактан. Смазан нажимать на кнопку вызова диспетчера. Дело к вечеру не попить, не заточить нечего. Хорошо, что твой туалет до сих пор не приспичило. Чтоб не зайти с ума в пространстве ограниченном. Спасались тех, кто с вами отдали тусы на Арбате. 2005 лето, пилищу были пати. От киоска удивитель, полукругом зрители. О-о, приехали внутри, дальше без усилителя. Наш дух, но и без сети мы способны этот звук громко воспроизвести. Дух и дух, наш дух, но и без сети мы способны этот звук громко воспроизвести. Наша музыка всюду с нами. Спасибо папе и маме за переносной динамик. Если из источников света останутся лишь солнце и пламя, мы все равно будем жить по полной программе. Эй, Бакан, походу свет дает. Тут наш друг, но и без сети мы способны этот дух. Тут наш друг, но и без сети мы способны это все долго поставить вместе. Say what? Эта песня странная, неожиданная, как роза в асфальте. Друзья, подпевайте, давайте. Как только узнаете первые слова этого супергимна, я надеюсь, что сейчас души все фибры будут направлены лишь на то, чтобы мне сейчас помочь. Я надеюсь, что сейчас каждый сын и дочь, каждый отец и каждая мать будет мне подпевать. Я бы хотел, чтобы у вас была сейчас целая рать. Эта песня об искренних чувствах настоящих. Такое мне покажут по ящику, вящему, вящему недоумению всей нашей группы. Там постоянно показывают сериалы какие-то группы. Но никогда ты не увидишь там честной порнухи. И если честно, это очень грустно, знаете ли, шлюхи. Это очень интересно, это рейтинги оголтелые. Почему так не делают, никогда я не понимаю, ведь для тела нам нужно кое-что, не только же для души. Чё не так? Ну давай честно мне скажи. Было бы круто, если по Первому каналу порнуху все время крутили. Это было бы весело, причем и в Украине, и в России. Ладно, друзья, не будем об этом, а другом мы будем. Сейчас песня, которая посвящается искренне любящим людям. Эта песня называется «Певец и актриса». Она готова провести между нами десятрицу. Ведь
если вдруг ее кто-то не понимает и не любит, то ему нечего больше делать в этом гребаном клубе. Все остальные остаются и прутся, на вас возложена функция. Сейчас действуй по моим мною данным инструкциям. И инструкции просты, подбивай песнявому голоску. Так и надо сделать, прогони доску. Следующая песня грустна, у меня есть позитивные моменты. Итак, друзья, это не выборы президента. Не нужно баллотироваться и всякая там поддержка, кроме одного. У меня лишь на одно надежда, что вы все-таки споете вместе со стейчей запиченным нахрен. Вы готовы? Или дрожите от страха? Все не готовые сейчас сгинут в пучине, а все остальные растворятся в моей лирически грустной рыбчине. Дорог героя, его жена снималась в главной роли в фильме, где ее трога пароли. Она становилась красной, но слава и ничего была окрасна. Он в это время тряс на сцене шевелюры грязной. И пока я между дублями поправляли на сиськах, Гримана просила, чтобы ей дали сотовые и ворковала с ним. И как бы злые языки эту пару не поносили, это была невиданной силы любовь. Они говорили друг другу удивительно нежные вещи. Казалось, нет на планете более любящих мужчин и женщин. Он посвящал ей песни, стихами писал смс, слова разделяя точки, но вместо пробелов, что больше влезло. И мобила забученным звуком сумочки глупо жужжала, пока абонент на съемочной площадке давала жару. Послушно выполняя все задания режиссера Бориса. Да, это был прекрасный союз. Лежащих девиц у сцены ему было плевать совершенно. Он не таскал фанатов бэкстейдж. В этом плане он был феноменом. Парня просто тошнило от одного слова измена. А реально тысячи телок мечтали добраться до него члена. И одно из них удалось. За ночь ему плохо спалось. На утро он себя ненавидел и не знал, как унять эту злость. Ходил кругами по номеру, за голову хватался. Потом набрался смелости, позвонил и во всем сознался. Она взяла трубку раз на шестой. Ну вы понимаете, о чем. И он сначала сбивчиво говорил о чем-то отвлеченном. Она сказала, что очень скучает. Он ответил, что тоже, и тут же выпалил все как на духу, с глазами закрытыми лежа. Пальцами свободной руки, вцепившись в одеяло нервно, он повторял это первый и последний раз. Ты же знаешь, что обязан. А на том конце снова до рыдания, всхлипы, макияж испорченный и прочие проблемы этого типа. Джульетта не самая печальная повесть. Вы бы знали, как нашего героя мучила совесть. Он нашел гостиничный Wi-Fi, долго смотрел на ноутбуке трейлера самых жестких фильмов с участием супруги. Болезненный взгляд, скорбил монитор, а горный комок. Попытался найти себе оправдание, но так и не смог. Вроде бы все ясно. При такой-то, извините, профессии она могла бы ему все простить, играючи, легко и весело. Но эти выводы оставим в желтой песне, ведь дело в другом. Он заранее знал про все эти xxx.com. Прекрасно понимал, что идет, когда судьбу не связан.
покажу вам танец модный. Возможно, он поможет вам почувствовать себя свободно. Хотя как его покажу, у меня заняты руки. Но может быть сейчас диджей мозг найдет биток в ноутбуке. Это было бы супер, да, вот теперь я вылезу наконец-то. Настало время зажечь по-детски. Сейчас будут рулить низкие частоты, а не тексты. Вы знаете, от этого трека никуда не деться. Пока что украинский язык звучит только в этом треке. Я надеюсь, что на нашей дискотеке наступает момент самый эйфорический. Вот он, мой шанс танцевально зажечь неэпически. Итак, параллельно держу ладони. Я вижу, кто-то уже понял, что вам сейчас светит. Но кто-то не понял пока. Поэтому такие движения совершает рука. Левому колену для начала. Но это далеко от финала, не будет металла. Сейчас только даб, драм-н бейс и бит. И я надеюсь, вам нравится, как звучит этот замечательный супер-трек. Сейчас хэдбэнгер для дискотек наконец-то раскачает твою башню уставшую. Итак, посмотрите, как танцуют эти российские граждане. Они кое-что принесли вам и сейчас покажут. Вы поняли, что надо делать? Не будет лажи. Давайте отважно сейчас ринемся в этот танец. Да, несмотря на то, что я для вас иностранец, я надеюсь, взаимопонимание найдено будет. Итак, в этом клубе сейчас все люди будут исполнять эти движения, ну побыстрее слегка. Итак, наконец-то диджея Моса рука найдет этот бит, и я уверен, поставит. После этого на сцене, надеюсь, появится Павел с какими-нибудь еще девчонками и парнями, чтобы мы станцевать могли по полной программе. Итак, поехали, диджей Монстр с вами! Вы не можете проникнуть в заведение. Прозвучало неподлежащее. Так взяло бы не решение. Я не стал ни раздраженно спорить, ни крутать себе эром. Я просто в уши воткнул наушники и плей нажал на плей. Вот он мой одиночный питер. Вот мой поток бесконечный. Вызывайте кого хотите, я не боюсь ареста. Собак, как я отец, растет и дергает. Под этим действием таком, какие вы мудаки. Я посвящаю свой танец протеста. Танцы! Танцы! Yeah.
танці! Ла-ла-ла, опу, танці! Сейчас мы снимем на нее клип. Кому? Исполним ее вам вживую. Вы готовы или нет? Yeah! Ну что ж, отлично. Много людей, суета, убегают обратно в небеса. А мы за здесь лета, говорили с самого детства так. Много людей, суета, убегают обратно в небеса. Нам нельзя здесь летать, говорили с самого детства так. Когда открылись глаза, и нам нужны метрасками жизни, сделаем свой блядь, как через три слова, навязанной модели, и нам не вновь. Ребенку радоваться было так просто, зачем? А как и мой покой, дарится не только в шоу, я сказки. Большие у меня маски, красные, красные, вот она маска. Обязан подчиняться многу свой шаг лжи. И помни, что системе дай нам наплевать. И навсегда забудь, что есть у тебя права. Много людей, суета, убегают года, тают и света. Нам нельзя здесь летать, говори с самого детства так. Много людей, суета, убегают года, тают и света. Нам нельзя здесь летать. Давай не самого детства. Бассейн полон разбитом баскетом. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ставлю рекорды на скорости в клубе. Ну-ну-ну-на-на-на-на-на. За несколько секунд от угла до угла. Ла-л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 а
такой вот экстремальный молодежный спорт. Из-за доступа в небе будет мой силуэт. Я оставляю за собой ярко-красный след и ставлю новый для себя мой рекорд. Мои болельщики следят за алой полосой. В бассейне битом не причудливая играет свет. Порой кажется, что уже надежды нет, но я выныриваю снова всем на сложу бой. Вижу собственные бедра на капель и скользя. После запива еле выползая на карачках. Носилки скорой помощи я не раз уже пачкал. Врачи качают голову, памяти вот так нельзя. А как это нельзя, когда на самом деле можно? Короче, дети, я точно знаю, что я не тону. Смотрите все, я сейчас еще раз сигану. Такой вот экстремальный спорт. Сразу там 100 тысяч интервью. Разве любая бестолковая разношенство песни? Однотипные вопросы меня уже не бесят. Мне даже проще. На всех трибунах тишина повисли толпом. Грузом усвечены покинул длинные ряды из кресел. Уборщицы так трудно сказано. Месиво пробил по секторам. Мы рассортируем мусор. Бумажные стаканы и отвертки от футбола отправят в черный мешок, вставленный в контейнер. Ну а стеклянную бутылку соберет мой тренер. Для постоянных тренировок нам их нужно много. Пока я буду колесить по улицам центральным, забитым толками в автобусе с красным крестом. Он будет разбивать их тренинг в бассейне пустом. Такой вот молодежный спорт экстремальный. Так, пацаны, нет времени объяснять. Девчонки разбежались, сделали огромный круг, пацаны. Прямо сейчас, огромный круг по центру, блядь. Больше. Я сейчас к вам приду, пацаны. Осталось, блядь, две песни. Я к вам иду. Одолжить свою, но только чувствую, что ты потом не мог. Давай с тобой.
тобой договоримся, тупо. Твой поступок — это твой поступок. Свою ответственность перекладывать глупо на чувака из какой-то там группы. Я рад, что ты со мной согласен, друг. А теперь давай-ка взгляни вокруг. Сижу, да, да ты в другом задаем жару. Стой, не стой, порядок это отстой. Души ломай, ты жив, а скоро стой. Копи, разбей, новую отпускай. Давай, давай. Стой, не стой, порядок это отстой. Души ломай, ты жив, а скоро стой. Копи, разбей, новую отпускай. Почему ворую политики? Почему тут средства массовой информации? Почему на свободе преступники? Почему деградирует нация? Почему растет безработица? Почему растет маленькие пенсии? Почему о детях эти не заботятся? Стой, порядок это отстой. Души ломай, ты жив, а скоро ты стой. Попей, разбей, новую открывай. Стой, не стой, порядок это отстой. Души ломай, ты жив, а скоро ты стой. Попей, разбей, новую открывай. Давай, давай, давай. Стоповы тут фестивали. Мы тысячу концертов дали, страну повидали. А потом однажды взяли и проебали. Мы катались, катались, играли, играли. Туда-сюда мотались, стоповы тут фестивали. Мы катались, катались, играли, играли. Туда-сюда мотались, но выбор то призывали. Тысячу концертов дали, страну полетали. А потом однажды взяли. А чего именно мы занимались? Я сейчас уточню. Достало доказывать, что мы не вернули всякому мигачью. Бесконечные мудачи, запученная хоть улыбочная. Без обрыжков неудачных сцены с подпорожников. Правда несуточная, ублюдочная логистика. Тусячи промасовочные фэны уверены им, что ты после концерта не уставший ни чуточки. Сейчас, минуточку, нам всего лишь еще одну фоточку. Лучше улыбочку, ты еле стоишь на локах. Да я все понимаю, я как вен стариною. Жаловать за грех успех я пошел стороною. И может быть все это просто моя паранойя. Но я сыт уже по горло всей этой хуйною. Мы катались, катались, играли, играли. Туда-сюда мотались, но клубы тут избивали. И тысячу концертов дали, с которой полетали. А потом однажды взяли. Играли, играли, туда-сюда мотали. Сто клубов, то ты взрывали. И тысячу концертов дали, страну подыхали. А потом однажды взяли. Тысячу пустую бутылку.
Харкову в гримерке нет туалета. Улыбень уже над этикеткой, на полочка всего сантиметр. Вот она чаша терпения, более меткого примера вроде нету. Пробкой закрою, буду поставлю и пойду любить хэви-метал. Гитару надену, выползу на сцену, струны задену. На шее вскрылся вена, от стука не гимена, завибрируют стены. Внутренний голос проникновенно спросит, какого хрена? Все отделено, не об этом это и мечтал. И вроде бы даже он прав. Тут возродить ему нечем. Даешь рок-н-ролл, забейным здрав. Публичный гуру печень. Да, действительно, может быть, все это просто моя паранойя. Но я сыт уже по горло всей этой хуйнёю. Мы катались, катались, брали и брали. Туда-сюда мотались, что клубы профиспевали. Тысячу концертов дали с тобой. Мы катались, 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 брали. Шапка принесет тебе несчастье, ты заболеешь чесотка, трикинга, линч, рак, сифилис. Все в одном флаконе, чувак. Я обещаю тебе. Я телевизор выкинул на пол.
Саратов, то есть Волгоград. Я крайне рад сегодня вашим классом в городе играть. Я где только не был, но самые красивые девушки в мире. Честное слово, фу даю. У вас тут так красиво, море, мосты разводные. В общем, две теперь мой самый любимый город России. То есть Казань, то есть, конечно, Пенза. Я хотел сказать, Киев, где ваши руки? Не слышу ваши голоса. Вы бы знали, что сейчас творится за кулисами. Там к нам приехали дяди какие-то лысые. Говорят, не по понятиям, не скидать телевизоры. Если правильный пацан, значит, он припарковал поблизости. Как широка и необъятна наша страна. Ночью плотные вкусы населена. Она заудана типа братвы. Этому быть полна, нет, ты подумаешь. До синичного номера своего я телевизор вытянул на то. Авторитета местного, ну и что? Из окна. До синичного номера своего я телевизор вытянул на то. Авторитета местного, ну и что? Проткнулась крыша Геленвагена, ха-ха-ха. Смотрите все, какая вмятина. А завтра снова в город нас поезд утащит. Найдутся на казахский скоро отпуск, но он обманщик. Так что ты джим, басист, клавишник и барабанщик. Еще не раз посмотрим вниз на летящий ящик. Опа! На асфальте мелкие осколки телескопа. Хозяин тачки смотрит наверх со слова. И смотрите, вот он уже на ресепшн подумал. Давайте прыгнем за Нетфлис, куда же тесный штопор. Как широка и необъятна наша страна. Хочу ей новую лицо, новые имена. Безумный гастрольный график сводит меня с ума. И вот именно поэтому. Ты не ждал номера своего. Я тебе запомнил на то. Авторитета места вам, ну и что? Смотрите все, какая вмятина. Спасибо вам огромное за это незабываемое шоу, за этот непередаваемый трэш, за виски с колой, которым вы меня облили во время песни танцы, за шапку, которую мне спиздили, козлы. До новых встреч! С вами сегодня были Максим Грамов, это красавчик под номером 47. Павел Сергеевич Четерин, красавчик под номером 9. Красавчик без номера, Александр Кислинский. Мистер Слэйер, Хэви Метал, Fuck You All, Трэш Фанк Дэс, Диджей Мосс. Запомнить надо только последние два слова, Диджей Мосс. Ну и Слэйер, в принципе, тоже можно запомнить. Это он. Итак, далее. Сергей Спацов, гитарный техник, красавчик под номером 1. Возвращается к полированным красавчикам ненадолго. И я, человек с повелителем йода на, так сказать, пузе, Иван Алексеев. Кручил ручки в неприметном месте Давид Казарян. Организовал всю вечернюю Андрей Наземцев. Вот. Он же продал нашу душу дьяволу под названием Питбуль. Мы тут абсолютно ни при чем. Пейте молоко. Всем до свидания. Чувак. Включи фонарь на зал. Включи фонарь на зал.